Почти. Достойный ответ на Дрейке. Я пошел. Может, он просто уже готов за нами сливать? Мне кажется, он взорвется от смеха. Ну что, альфанем? Вот сейчас. Давай, залп ракет. Сейчас будет смешно. Действительно смешно. Эмма! Альфа-страйк! Под его, под его. Успеем, наверное, залочиться. Он был в шоке. Причем у меня уже это самое. Он пропал? О, следующий. У этого чувака уже есть яйца, похоже. Может быть, есть еще что-то? У меня нет Феда с Табудов. У него Феда нету. Но я по Павоку буду стрелять сразу. Не, а что там было в надписи-то? О, с трактор юнитом. Т2. Лутай ставь на андоке, слушай, лутай ставь им на андоке. Кроу Майлер на подскане, кстати, появились. Че, куда прорваться? Не знаю. Маляр-то откуда-то пришли? В Белт пошли. Там, блядь, он в Рэнджей еще, что ли? О, лосится. Маляр-пойнт. Гоу по Маляру. Гоу по Маляру. Маляр. Слушай, ну смотри, какой дамаг. Слушай, это не новый Талос, не? Талос пока не лочится. Талос просто не понимает, что происходит. Армага. Тихо-тихо, под Армагу не лезьте. 48 нейтрики. Давайте маленько чуть-чуть отскочим буквально. Делаем 50-очку между ними. Вот, ты меня торг залочил, пацаны. Лочит. Только не стреляем пока. Давай Талос. Да подожди, зачем? Дай им загреться. А Армага в игре? Нет. Да, я говорю. Да, Армага в игре. Нет, говорят. Лол. Мы сейчас переключаться будем, народ. Он сейчас прогресс. Видите, Армага поехал. Отъезжаем от нее. Вон, нейтрики, блин, на полтос. А, окей, сейчас. Отъезжаем дальше. Бонсап. Угу. Армага праймари. Ай. Выживешь? Не, да, я выживу, все нормально. Просто суховато. Танатос, видишь, вылез еще? Может на солнце? Давайте разгон на солнце. Ох. Че, высушило? Не, что-то надо дохнуть просто. А. Говна. Балагор, блядь. Че за дроны? Баунсеры? Скарьера будут. На солнце разгон все? Дронов снимите с нее, видите, он спортует вам блядских дронов. Вы до сих пор кормите его дронами там. Сколько можно? У него что-то армор быстро потек. Ну понятно. Ты его карт качает. Ты будто кто-то просрал дронов. Это я. Ну что, на солнце поехали? 50. Ну да, давай, конечно. Полтинник? Тут делать нечего. Я сказал число. Ты что ругаешься? Не, я не ругаюсь, просто вы дронов просрали только что. Это Бёрд просрал, на него ругайся. Он скорпион, антиджам готов? Антиджам готов, пацаны. Посмотри, не варнут ли они мальком, если увидишь.
Да окей, сейчас вернусь, посмотрю, не проблема. Я с вами варпал, думаю, если придёт что-нибудь. Я бы на месте варпал был. Мне больше нравится Армага в Агреду, не в Агреду. Это красота, блин. Короче, в бродкасте формация. Я думал, ты спросила. Логично же. Фалькон, Скорпион. Ой, блин, слушай, я Фовки не взял. Ну, короче, отапливаем в сторону один цикл, чё? Я говорю, Мирмидон, Балгорн. Кстати, Балгорн далеко очень от Андока. Ну, там хорошо. А, сколько полетел? Чик-чик-чик-чик-чик, да-да-да-да. Брутикс пошел на солнце, Хорошо, Чичсорм отапливаем. Я за ним. Давайте отапливаем, разберемся с вас, сколько они придут. Фракция. Ну, я в ноль пошел. Надеюсь, что он тоже в ноль пошел. Мы тоже примерно в сторону нуля только. Поехали в сторону нуля. Протелс еще Андок нуля. В общем, надо будет очень раскайтить их. Очень хорошо, потому что там Талоса, там много дамага. Ты пока к Карни пришел, все будет так. Скорб далеко, топлю. 60. Нет, он близко. Он в 30 ушел. О, в 70. Ну, кому как. Окей, давай Скорба пока. Не, давай Брутиксы готовимся, сколько Брутикс будет. Ехать Брутикса так? Давайте мимо них МЖДшки, мимо них. Мимо так них. Мы сейчас в джеме будем, давай Скорба продамажим сперва. Скорба, ну, конечно. Пробуем. Солнце долбанное. Поэт на Аскорпе есть? Да, конечно. Да, конечно. О, джам. Не страшно, джам. Я живу. На, то есть ты не поинтишь, да? Окей, поехал поинтить. Сейчас нет, сейчас я в джаме. Главное не подъехать под них, видишь? Мирма летит. Угу. Есть поинт? Двигаюсь в сторону. Брутикс тоже по мне стреляет. Я МЖД скоро. Он МЖДшнул. Я подхватишь еду, его, подхватишь его там? Еду. Разгоняемся на скорб. Внимательно дрон соберите, на скорб подгоняемся. Есть поинт. Разгон. Наскорпа. Там поинт есть уже. Ну и чё, мы МЖДшним сейчас туда. На мне джам дроны, тут скорб джамит. Давайте МЖДшу. Перехватывайте. Скорб пока не МЖДшит, я слежу за этим. Он не скоро. КД. Окей. Вон смартик. Угу. Я забываю, что у них 3 минуты все время. Есть поинт? Угу. Я пока не кидаю. Видите, прот появился, внимательнее. Армага может МЖДшнуть. Давайте пока вытвим из-под него. Там все могут МЖДшнуть. Давайте просто вытвим информация вот за него. То есть вот как МЖДшнули, а теперь за него. Там Торкс едет. Ну там, видишь, могут МЖДшнуть, там маленько нужно вытопиться. О, что, пришло? Скинь-то! Скребок! Возьму! Скребок! Скимик праймари, дай в перегреве. Скимик пони, сейчас будет скребок. Скребок. Следите внимательно за МЖД. В перегреве отрабатываем. Следим за Тораксом внимательно. Торекс подъезжает. Мне надо будет сейчас уже потихонечку думать на тебе, чтобы уезжать. Я его буду скоро скрамлить, Торекса. Я держу Торекса, просто держу. А отъезжаю, снимай, короче, этот скребок. А пока он нормально, выступит, пока все. Нормально. Давай сетки на Торекса надо. Не дайте ему к вам подъехать, не будьте раками только. МЖД, видите, Балагорн прилетел. Угу. Так, я уже не достреливаю доскими. Угу. Потом Торекс, отъезжайте как можно дальше сейчас. Скими Торекс в праймари. Блин, я за солнце нихера не вижу. Балагорн, ты, наверное, не сможешь подержать поинтом, да, сейчас? Нет, физически никак. Балагорн меня лочит. У него сетки будут длинные, точно, я забыл. У него сетки длинные, нитрик длинный. Короче, в жопу. А там Танатос появился, все, без вариантов. Давайте добиваем Торекса. Танатос далеко, реально. А, блядь, я бы мог Армагу взять вот там вот далеко, но я долго не придержу. Не-не. Потому что она далеко от всего. Она будет на варпать на Торекс сейчас. Поэтому готовьте в сторону ехать. Вы Торекс держите? Да. Да-да. Окей. Армага, видите, пришла? Отойдите. Оттуда сейчас. Окей.
Мы врагам топит, Танатос там. Так, чё, ну армагубка не повысит, что-нибудь к нам выйдет. Ну, Мегатрон далеко от них, в принципе, относительно далеко. Хотя Танатос, он, наверное, сможет подходить. Мегатрон нет, там всё в рендже Танатоса. Там, ну, летят, там летят пацаны, сейчас будут цели. На мне собираемся примерно. Перезаряжаемся, чинимся. Следим за парнями внимательно. Варповать часть. Я сейчас вернусь в реварп. Там на враг. Да. Я сейчас вернусь пришел, на реварпе. На Балагорна пришел этот. Слушай, ну может на армагу пока погрызем издалека? Да далеко, да не хочу. Я вот насчет Вексера. О, Мирмидон топит, да? Блин, как там Мимра? Мимра не даст пондить, армага будет мешать постоянно. Мимра тормозит. Видите, в Нави Вексер есть около Балагорна. Вот вы сможете им же дэшен как бы в те степи? Ну, не проблема. Нужны поинты, нужны поинты. Есть поинты на чем-нибудь? Варпаю, сейчас будет. Нет, не успеваю на вал. Сейчас попробую взять оставшийся. Я пробую на МЖДшнуть в сторону и подхватить, но это может быть чревато. Аналогично. Мымра поинт. Отлично. На МЖДшнемся или подъезжаем к Мымре, как вам удобно. Лучше всем делать одно и то же. Ну я МЖДшнулся, сори. Я тоже. Отъезжаем обратно, тут формация будет туда же, пока ковыряем, пока что ковыряем. Я к ней за спину еду, от станки. Угу. Я туда же, да, я туда же буду перестраиваться потихонечку. А что-то вертится, как припадочно? На хулетер мы днём. Она порепает нас, наверное. Это стоп, дамаг что-то на какой-то кончится. А, не репает, все ковыряем. Ну это я застопил. Блин, а чё ты мало фракции взял? Я скину, я много очень взял. Угу. Все пилим ее, потому что она репается. Я за МД слежу, если вдруг будет, подтоплю. Угу. Ну смотри, аккуратнее, то есть она... Ну, я понимаю. Можем вообще не пробить ее на самом деле. Да, репки кончатся рано или поздно. А чё, я тоже стреляю. Вы её держите? Под перехватить? Не надо, не надо, зачем. Я пока не в рендже, а диза... Да, я держу, иди там, всё нормально. Я держу, если чё. Блин, гека вскупает, что ли? Так, ну чё, стоп дамаг? А, геки, поехали. Фалька. Вы её держите, я пойду. Давай стопнем, да. На сколько-то стопнем, на сколько-то времени. Дронов соберем. Я за фальконом. Ты что, хочешь дамаг стопнуть? А, да. Ясно. Ракеты же летят. Ну, я думал, что они не так прям летят. Потрачено. Скимик. О, боже мой. Скидайте кордон, они заточились. Так, посмотрите на станцию, Радко, на станцию, чинимся. Окей, все. Поискай, подлёг. У меня киллов нет почему-то. Где, у кого еще киллы? Все в бердлайка. Я теперь с дрончиками. Ребят, ну тут уже форматный ганг. Какой? Два Иштара, Стелька, Гиена, Танатос. А, ну нормально. Там бублей нету? Нет. Иштар меня лочит. Стелька за мной приехала, дроны достали. Пока нет игры. Поехали в 100. Но... 70 на станцию. Сейчас Гека полутаю, подойди. Давайте лучше подождите, сейчас я Стельку могу нас попробовать на 100 бублей. Я уже варнул. Бердлайк что-то лутает. Ну, под Танатосом. Ну, Гена поехал. Я же поэтому варпнул 70. Гена сейчас довольно далеко, возможно, топит. Я могу попробовать... Но мы с солнца едем. Я понимаю. Не, они ссутся от рейнджа и с рейнджа Танатоса выезжать. Сырба? Нормально. Да, Сырба, да, просто. Слушай, а что за карга? Это ты мне скинул, бист? О, Сырба за мной поехал. Не знаю я. Ну, тут как бы ПВП.
Ну, Флойка появилась, поэтому... О, блин, тут можно драться, лол. Окей, церба будет праймари. Ну тут, блядь, вот надо принимать их сейчас. Стилета будет. Стилета, 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 стилета. Окей, цербу сейчас отпущу. Отпущу под скрам. На мне скребок от стилета. Стилька будет секондари. Только панч. Скрамблер. Угу. Долго не буду ее скрипом держать. Так, у меня какие-то дроны. На меня фаерболки пошли, я на солнце разгоняюсь. О, так, я поехал на МВД на солнце. Так, сайт у них топит, я пока... У меня гиена тут рядом. Гиена топит. А, вижу, вижу, едем на солнце, едем на солнце. Я пока еду, потому что за мной дроны бегут. По мне церба... Давайте гиена, гиена. На гиену варпают. На меня мне сраные дроны мешать сейчас будут очень сильно. Сейчас попробую гиену взять. На скребок я сразу бери. Я попробую подцепить. Церба едет. Недалеко. Ну сейчас закончится. А, нет, из ракеты выкинул. У меня фаербол грызет. Давайте разгон на солнце, попробуем снова их выкинуть. Гена поинт, сейчас будет скребок. Народ, народ, народ. Слышите, да? Я буду на солнце уходить. 100. Угу, на солнце 100, ухожу. Понятно. Потому что я на полармора уже. Яйцо гены добейте, яйцо гены добейте. Да ну серьезно, что ли, чувак, давай подеремся, они яйцо гены будут добивать. Слушай, ну они все равно не будут отварпывать. Че, на солнце сколько? Знаешь? 100 я ушел. Да мне, за мной сейчас будут фаерболги бегать, я не знаю, как сбрасывать их, если не будут. Дронов не забывайте. Гейт. Блин, дроны, да. Еще есть. Ну, может, они сейчас снимут. Не знаю. Я сейчас разгонюсь куда-нибудь сразу. Можно их отстреливать, пока я на солнце придем. Ну, блин, я не успеваю, они меня очень сильно грызут. Саш, ты войск активейшн. Я не буду трогать. Комбаты. Комбаты в спейсе. Я разгоняюсь на бельт бродкасте. Сейчас попытайтесь подстрелить. Я сейчас на МВД туда поеду, попытайтесь подстреливать их. Возможно, они уберут их сразу. И, по-моему, они за мной не пришли до сих пор. Хорошо, на бельт поехали на МВД. На бельт поехали. Ну, Цербиан, Скайп и Скимитар тут. Танатос тоже тут. Угу. Курса пришла еще. Я видел, она была до этого. Мне кажется, тоже слишком, нет? Церба больше не катается за тобой, не? Нет, я могу ее взять даже, в принципе, довольно далеко от... Разгон на станцию. Ем заряжаем. Сейчас, секунду возьму. На станцию? Да, на станцию. Там бублей нету сейчас? На станцию разгонится. Нет, потухли. Сейчас, я скажу, когда возьму. Ем заряжаем. Сетку МВД перегреваем сразу. Отварпала, сволочь. Окей, ладно. А куда не увидеть? Разгон. Нет, она... Ой, она чуть дальше, сейчас я возьму там, тогда возьму. Ждем, ждем, ждем. Сек. Нет, она... Реварп и реварп. Я не успел. Mm-hmm. Пока стрим разгоня. Фантастическое ПВП. На грани фантастики. 300 лямов под. Гиена тоже заточилась, смотри, кинетик карт. Не знают, как воевать с Дрейком. Пока не срабатывает, правда? Да, что-то как-то. Это должно быть. Ну что, там нечего брать авками? Они на доке стоят, в рейнджер. Бист, это должен а быть Флейка. А, слушай, на А1 ушло только что, по-моему, Церберус, но я не могу. На А1? Мычалка, Танатос, Скимитарская. Разгон А1, разгон А1. Они на А1 сейчас варпали, да? А, только одно тело ушло, по-моему, Церба ушла. На один разгон, бонусы не сканят тебе, не? Флойка ушла, Флойка ушла, Флойка ушла. А1 в 30 варп, кинетика. А, ем ракеты пока что. Нет, а бонусы все? Нормально. Угу. Мы в 30 пошли. Но мы с этой стороны будем цеплять тогда. Она на меня не хочет агрить, поэтому я это подпончу, если она начнет разгоняться. Ты посмотри, она какая, рапидная. Рапидная, других не бывает серп сейчас. Бывает. Так, как там станция у них располагается? Станция будет почти за нами, поэтому смотрите на гейт, отъезжать будем вправо. Вправо и назад.
И формация потом будет на солнце, когда вот покинем сечение на варпу. Сколько надуло бабл и, наверное, провалится сейчас. Ну пусть. Только что надуло. А сейчас скажешь, что мы на край бубля пришли. Флагпоинт. Поехали. Поехали, поехали, поехали. А, не в игре. Провалится. Угу, поехали. Нас сейчас там рапортуют, что мы пришли в бабл. Пока вот просто едем, смотря на гейт вправо. Я на станцию пошел, посмотрю. По-хорошему, у нас будет объект для... Вот посмотрите внимательно, вот прям над вами. Вот едете вправо, и над вами будет объект. Вот оптимально. Туда разгоним, туда формацию начинаем строить. День 60 от гейта, дальше дрейфуем, а то мы что-то уже укатились. На станции штаб скайты будет. И все, да? Тут, кстати, чьи-то калиты остались, их можно забрать. Да, они мои. Я пойду на, нет, на станку. Нет, царбалетит, царбалетит. Нет. Обратно, поехали. От варп, от варп к вам. Эй, что? Ушел, скайт ушел, по-моему. Хорошо. Нет, скайт из кивитар, кажется, ушли. Вигиль. Вигиль праймари. На цербу разгон, на цербу разгон, на цербу разгон, на цербу, на цербу, на цербу. Хотя, поехали к ней, поехали к ней. Смотрите, что если к ней придут, то будем быстро сваливать. Нужен поинт на ней. Там брудик столько, пока на андоке есть. Ну, ты бы к нам вернулся сейчас. Я уже в арпе. Угу. Натопит. Комбаты, посмотри, что... От нас, топит от нас. Окей, давай на нее разгон, все на нее разгон, все на нее разгон, МЖДшнимся. Ну что, я погнал. Я тоже. Я прочим сразу. Праймари? Нужна сетка или нужен скребок очень на ней? Есть поинт, сейчас будет скребок. Есть сетка? Угу, сетка есть. Есть скребок, но долго не подержу, мне больно. Уходи, она уходи. А, хотя не уходи, она танкует. Так я держу ее. На, ну ты все, уходи, уходи, окей, нас держит тут человек. Давай от нее как бы откатимся, но будем готовиться откатиться, скажем так. Я ее пока отпустил. Чиню сейчас. Ну, слой кулачим. Сайт, видите, подъезжает. Давайте погреемся. Может, я на флойку сразу еду. С камфлагов заехать. Сейчас я сделаю флойку. Сделаю флойку. С камфлагов заезжаем. Флойка поинт, флойка поинт, флойка поинт. Греемся на цербе. Греемся, 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 греемся. Так, я выкатываюсь из-под цербы. Okay. Скрам упадет. Отлично. Буду бить? Угу. Флойка. Флойка поинт, флойку держу. Угу. Перехватите флойку, я подскрамлю скайт. Держу, 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 держу. Еду на скайт, подскрамлю. О боже, зачем надует бабл на мне? Что я плохого сделал? Скайт скрам? Иштар едет. Вижу. Нам нужно быстро сдуть сайта. Зачем нас срет баблы, господи? Ну как зачем? Это же флойка. Так, где там сайт у них? Окей, надо поехать сайт к сайту. Ниже, я его держу с крамом. Угу, поехали к сайту. Напомните мне инвулю включить, пацаны. Перезаряжу кинетик, подниму. Как перецепить из скайта, сразу же надо против штар взять. Ну, подтвердите, что вы взяли, я пойду на Иштар. Пока только катит. Топлю. Я очень мало ракет взял, как оказывается. Есть поинт. Ну как кончится, крикни. Я уехал за Иштар. Давай. Угу. Кроу. Кроу, угу. Есть поинт. Из гейта вышел. Иштар поинт. Скребок нужен на Иштаре. Мы будем МЖДшиться на Иштар, поэтому хорошо. Нужен скребок. Хорошо. Разгоняемся на Иштар. Нужен очень скребок, потому что он на 130, то есть нам будет далековато для МЖД. Уже скребок. Хорошо, спасибо. Разгоняемся на Иштар.
Чё, понял? Но мне едут дроны, поэтому желательно... МЖД, 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 МЖД. Все, пошел МЖД. Вы как хотите. Мне больновато, мне приходится чуть выезжать. Он далеко от нас. Секунду. Я варпаю на тебя, варпаю на тебя. Пока подержи, подержи, подержи. Хорошо. Сейчас еще. Есть поинт, но если я можешь, могу не удержать. Есть поинт, но я могу не удержать. Я иду на скрам. Я поинтом нет, поинтом я держу, все нормально. Скрам mm-hmm. есть. Иду на скрам, но, блин, он уходит пока что. Я держу скрам. Топлю в перегреве. Отъезжаю, больно. Кинул сетку. Я догоню, наверное. Mm-hmm. Я тоже сетку дам, есть сетка, есть сетка. Есть. Все, держу, 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 держу. Блять. Что, очень неприятно, ну пока все нормально. Отварпай, мы уже держим все. Его очень. Нет, все нормально, все нормально, все нормально, все в порядке. Нага. Нага. Возможно, придется станции, можешь на станцию вытопиться. А может и не в порядке? Нет, все. Давайте оттопимся на солнышко. А, как? Нага пришла. 100 пришла. Можно на гейт. Сколько будет до гейта в рэк? Я буду МЖДшиться на нее. А, все хорошо. Мы просто... Вы напите. Я МЖДшу. Нага проще. Нагу держу, спрей. Держу, держу, угу. Держу нагу. Блин, рэк далеко, наверное? У наги файтера, чуваки, и надо, чтобы вы что-то ее перехватывали, потому что... Если ну и не сдохните, пожалуйста. Давайте брустанем ее и не сдохнем. Сейчас будет перехват там. У меня может быть скребок, это может быть бейт нага, поэтому... Ну, я ее держу нормально. Я с перегрева отработаю ее сколько смогу, короче. А спрей нужно скрамить срочно. Да. А он наверху. Нагу перехватить, я пойду за спреем. Давай, я бурщу. На мне фарбоги. Но... Держи, ну, подходи. Мне немного я боя. Держу, скрам есть, но я буду вытапливать. Вытапливай, там хорошая альфа очень. Да, хорошо, я уехал за спреем. Я уехал за спреем, отпустил нагу. Есть поинт, держи просто, чтобы спрей не пришёл. На ноге есть поинт. Все, я вытапливаю. Угу. На спрей ушел. Окей, держи, есть сетка? На огонь не успел. Все, скрам упал. Нормально, мы под сеткой уже ее держим. Так, На солнце разгон, на солнце а разгон. А спрей вывалился за грид, что ли? Нет, не он просто оверпал. Берт, уходи на солнце, мы добьем. Уходи на солнце, мы присоединимся. Да, а все, они сейчас отвалятся, фарбоги. А, отвалятся. Да, Гриффин летит, Берт. Готовься взять Гриффин. Mm-hmm. Блин, далековато, сволочь. Топлю к нему. Ой, он меня не смог проджамить, пацаны. Гриффин поинт, Гриффин поинт. Гриффин поинт, пацаны. Убивайся. Мне кажется, он не доживет. Так, отлично. Сгон на солнце, сгон на солнце. А до уходи отсюда. Ек поинт. И в кое-то сетки дорвался. Сгон на солнце. Не убивайте. Чем? Не, все. Мы, они, ну, блин, я думаю, инвалиды исчерпаны. Там я, причем инвалю жопу, я весь переезженный. Хорошо. А давайте, знаете что, на гейт разгоняемся. А один нам проскауте, как диагришься. А один разгоняемся. И где-то станционки рядом есть, починимся. Игорь Зет. Так, бонусы сканят, я кучу. Игорь Зет. Хорошо, да. Я их тогда не буду вытаскивать, да? Оставь здесь пока. Ну, в зависимости от того, что с другой стороны. Ну, пишем ГП-блокал. Да. Да, можно и написать... Там пасты не укрощает. Нет, я вообще что-то... Я отомстил Гриффину только что. У меня есть, могу поделиться. По врагам? Я по телам, да. Великий бубликидатель. Три тела в один. Варпаем на один. Да, есть у Скарпа было. 150 пасты. Да забейте. Но мы сейчас купим погреб за это. МПЦ Space, народ. Два прыга. Станьте от Скарпа. У меня там околитики мои наставки. Заходим один. ВГРЗ тоже можно купить.
Они их полетают и будут пользоваться. Куда мы идем? Дальше, YZ. Разгон YZ. Z3 в систему интернета. Давайте МВД включим, короче, поедем туда на всякий случай. Игорь.